Ты снимаешь? Да, да. Все круто? Да, конечно, все хорошо. Нет, нет, только не это. Отпустите меня, пожалуйста. Отвяжите руки, блин. Нет, нет. Так, нет. Твою мать, заткнись. Не надо плакать. Хорошо? Это выбор, который вы сами сделали. Что ты собираешься делать, чувак? Пожалуйста. Так, ребят, отойдите, а то не только кровь, там еще говном камеру задрызгаем. Нет, нет. Не ори, я не могу прицелиться, мудак. Ubisoft представляет один большой дикий остров. А с опасностями на каждом шагу будет справляться Кристофер Минц-Пласс, всем известный мудак из фильма «Пипец». Посмотрим, как он будет покорять дикую природу и справляться с невзгодами. Ведь это Far Cry на своем опыте. Завали ебло! Ведь это Far Cry на опыте Васа Монтенегро! Привет, ребята, я Кристофер Минц-Пласс, и мы на месте действия игры Assassin's Creed 3. Крис, погоди, это Far Cry. Far Cry 3, а не Assassin's Creed. Ну, давайте да еще раз. Всем привет, с вами Кристофер Минц-Пласс, и мы на месте действия игры Far Cry 2, которую Ubisoft нам предо... Крис, это Far Cry 3, а не Far Cry 2. Да? Да, у них типа трилогия. Блять, знаете, почему Ubisoft попросили именно меня приехать сюда и прожить здесь 3 дня? Да потому что я, блять, эксперт. Меня еще мама не родила, я уже мог, блять, выживать в болотах. Алло! Петя, выключи нахуй свою рацию. Это не моя. Ёбаный. 3, 2, 1. Поехали. Мне доложили, что хозяева этого острова ёбаные обезьяны. И знаете, я собираюсь поймать их по одной и дать им пизды. А знаете почему? Петя, выруби нахуй эту рацию! Крис, посмотри на меня, сука, это не моя рация! Алло, Крис, это ты? Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу! Охуенно, а теперь скажи, ты нас видишь? Да, я вас прекрасно вижу. Посмотри, посмотри на яхту, вот мы тебе рукой махаем. Это мой ёбаный агент. Да, я прекрасно вас вижу. Охуенно, начинаем вечеринку, чуваки. Хрен, ты должен все видеть. Пидорасы, пидорасы, пидорасы. Пидорасы. Заебись, расклад, блядь. Мы тут, возможно, собственную мочу, блядь, будем бить. А эти хуи вискарь слизуют с сисек. Эй, Крис, посмотри на наши сиськи. Крис, это не твоя девушка. Нет, нет, не трогай камеру, блядь. Я ее, знаете, за сколько покупал? Сука, еще линзу мог мне поцарапать, говнюк. Давай, детка, с тобой все нормально. Первое, что мы будем делать на острове, то найдем воду. Человек может продержаться 3 дня без воды, иначе сдохнет. Ты серьезно? А я ебу, поэтому заткнись и иди за мной. Знаешь, я это просто спрашиваю, что тут, блядь, по-моему, вода грязная. Блядь, знаю, без сопливых. Мы сейчас и будем чистую воду искать. Да ты ведь нихуя в природе не шаришь. Эй, говнюк, Ubisoft нанял меня, а ты тупо должен с камеры ходить и плясать, блядь, передо мной. Всё, с этого момента я просто оператор. С твоими операторскими навыками только Михалкову фильмы снимать. Крис, берегись, там змея! Где? Где? Вот она, смотри, не видишь? А нету никакой змеи, пидорас! Не нахуй с такими шутками! Видишь, говнюк? Я ж говорил, что воду чистую найду! А знаешь, как я назову этот водопад? Петя, соси хуй! Бля, буду, это самая вкусная вода в мире! Крис! Петя, пожалуйста, отъебись, я должен изобразить жажду! Все, завали свое ебло, я должен раз... Что, блядь, за хуй? Это что, кровь? О, твою мать! Какого хрена? Крис, ты пил кишки этой разбавленной обезьянки. Фу, блядь. Чувак, ты в порядке? Выложишь это в интернет. Я, блядь, тебя давно заставлю жрать, сука. Блядь. Что это за нахрен такое? Может, пока не рано съебем? Какого хуя? Что за хуйня?
Блять, это оттуда, по-моему? Мне кажется, это олень. Чё ты пиздишь, это человек, я слышал. Блять, это человек в олене! Что за хуйня? В рот мне ноги! Блять, какого хрена? Боже мой, что с тобой сделали, хрен? Пожалуйста, не убивай меня! Ёбаный в рот! Бежим, блять! Тихо ты, блять, со своей камерой. Твою мать, ну-ка погодите, ребят, стоп! Ну что? My Little Pony, ёб твою мать! Ты был просто охуенной лошадью! Как говорится, старый конь лучше новых понь. Прощай, мудак. О, бля. Петя, блядь, он сюда идет. Ребята, вы ничего не чувствуете? Точно, точно? Бэмби! Я прошу прощения за то, что убил твою маму, Бэмби! Бэмби! Крис, куда ты, блядь, полез? Тихо тебе, говнюк! Крис, блядь, у тебя телефон есть, звони своему санному агенту и поехали на яхту! 5 минут! Вон труп! Пиздец! Фу, блядь! Фу! Нет, мы не под наркотой, придурок! Тут реально чувак грохает мудаков! Блядь, слушай, нам нужна твоя помощь! Забери нас отсюда, блядь! Эй, посмотрите, а что там за парни на пляжу? Твою мать! Алло? Воу! Крис, посмотри туда, там дым! Блять! Ёбаный в рот! Пиздец! Петя, за мной! Не отставай! Твою мать! Давай! Дерьмо! Дерьмо, посмотри туда! Твою мать! Какого хрена произошло с нашей яхтой? О боже, это что, капитан? Бля, я сейчас походу опять сблевану. Граждане отдыхающие, занимаем места согласно купленным билетам! Петя, смотри, они еще живые. И агент мудак, вон он ходит. Так, давайте сразу разберемся. На песок не ссать, ходить в море. Вас, мы камеру у этих ушлепков нашли. Ну-ка, сними вот это. Не трогай ее, мужик. София, как твои дела? Меня зовут Дженнифер. Софи, мы сыграем с тобой в игру, хорошо? Это как поле чудес, только без Якубовича, понятно? Ну и где мои консервированные огурцы? Ну а теперь я хочу, чтобы ты выбрала. Выбрала что? Кто из них сдохнет прямо сейчас? Нет, 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 я не знаю, я не хочу, чтобы они сдохли. Ладно, 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 все нормально, иди сюда. Давай, сделай свой выбор. Либо этот мудак, либо вон тот, хорошо? В любом случае, сдохнет кто-то один. Или ты, или кто-то из них. Так что, Софья, выбор за вами, мадмуазель. Поехали. Ну что ж, маэстро, включите музыку. Дженнифер, я люблю тебя, не надо. У меня дома дети и жена. Кому ты брешешь, удод? У меня реально дети есть. Сука, я должен жить! Дженнифер, он не любит тебя! Он говорит, что шлюха!
Куда ты сумасшедший? Нихера себе! Я, значит, предложил одного, а ты кокнула двоих! Я не хотела! Это ты, это все ты! Тихо, тихо, тихо! Мне нравится твой стиль! Эй, Вас, ну-ка взгляни на это! Смотри, смотри! Что там у него? Один большой остров, один человек, Кристофер Минс. Вот это да! Вы увидите, как он справляется с припя... Крис, что у него в руках? Крис, он рацию взял, смотри. Мне нравится! К нам теперь ездят типы из Голливуда! Какого, блядь, хрена? Голливудская звезда на этом острове! Эй, мудачок! Дай мне поздравить тебя, ты попал на мой остров! Я, кстати, и фильмы с тобой видел. Конечно, не все, но то, что я видел, было полным говном. Иди на... Мудак! Добро пожаловать! Крис, куда ты полез? Спрячь свою голову, хренову! Еще! Спрячь! Кинозвезда! Я тебя нахер в бошку пристрелю! Да он херов псих! Ты можешь помолчать, Крис! Мне кажется, или я вас прямо сейчас видел? Ну-ка, ну-ка, вон туда, снимайте камни. Чувак, я знаю, где ты прячешься. Крис, нахера не вылази, куда? Блин, побежали, твою мать! О чем думала эта обезьяна, кто так голову свою вытаскивала? Тут-то я этого хрена и увидел. Ладно, побежали. Устроим для этих мудаков шоу. Поехали. Давай за мной, хуесос. Бегом, бегом, бегом. Бежим. Петя, блядь, бежим быстрее. За мной. Ну, твою мать, моя стопа. Я ее выверну, по-моему. А, сука, больно. Стой, Крис, не убегай, сука! Но я не стреляю! Нет, не надо! Не надо, пожалуйста, не убивай! Нет, не надо! Твою мать! Ёлки-палки, сука! Жопа, говно! Убегай отсюда! Крис, их трое! Да! Получите! Сосите хер! Побежали, бегом! Давай, давай, бегом! Бегом за мной! Where are we going? Куда мы бежим? I don't know, man. Я не знаю, чувак! Нам надо сюда убегать! Посмотри, посмотри! Твою мать, их закопали! Они головы торчат! Они как редиски! Ребята, что с вами сделали такое? Сука, ёбаный брат! Бля, это ты меня кусаешь! Отвали! Отвали! А твою мать! Блин, моя нога уже вторая! Петя, не волнуйся, все будет нормально! Крис, убегай! Убегай! Я уже бегу! Черт, пожалуйста, 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 не надо, не убивай! Нет, завались не нахер! Так, ребята, займитесь им! Не надо сюда приезжать! В общем, подходит как-то карлик к шлюхе. Алло, Крис, ты слышишь? Я знаю, что ты меня слышишь. Я тебе говорил, что такое безумие. Из тебя будет охеренный суп. Крис, ты слышишь? Я знаю, ты слышишь. В общем, если ты ко мне не придешь, то мы твоего друга в фарш превратим. Пожалуйста, ну почему вы это делаете? Крис, послушай, как он визжит. Крис, помоги, помоги, Крис! А! Ты сука, сука, долбаная, не так ничего делать! Нет, нет, не стреляй, твою мать! Не надо, зачем ты это сделал? Завались нахер! Завались нахер! Нахер, завались!
Я заставлю тигров схавать тебя, потом высрать, потом опять схавать. Понял? Так что заткни свой долбанный рот и не надо орать. Эй, ты чмо с иракезом? Я пришел. Стой на месте! Выбрось свою пуколку! Нет, это ты выбрось свою пуколку! Нет, ты походу тупой! Выбрось свою пуколку! Нет, ты! 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 Ёбаный в рот! Ты выбрось свою пуколку! Ах, ну я впервые же сказал! Так что положи автомат на землю! Только через мой труп, сосущая тварь! Ну и насколько долго мы на одном месте пропрыгаем? Так, ложи свой автомат на землю и подходи ко мне. Стой на месте! Еще один шаг, я всех перешмаляю, козлы! Ага. То есть, если я делаю еще один шаг, то ты стреляешь по нам. Вот так! Фу! Фу, он что, по курям стрелял? Извини, ты что, долбоёб? Ты представляешь, ты мог парней поранить! Привет, друзья из интернета! Но, если честно, говорить так между собой, лучше бы вы на улице прыгали, а не в интернете сидели. Но, раз уж вы все еще здесь, тогда добро пожаловать на мое шоу! Кристофер Минсплас, ты где? Крис, поздоровайся с ребятами из интернета. Иди в жопу, сука! Прости, я не расслышал, что ты сказал? Что ты, блядь, сказал? Ничего. То-то же. Ладно, я пока что еще не решил, убивать Криса или оставить живых. Вы сами сделайте этот выбор, жить ему или сдохнуть как собаке. Но пока делается выбор, он не будет просто так сидеть в обычном песке. Крис, посмотри, какой штатив для камеры намутил. Да, чувак, он охеренный. Так, скотина, не стой с камеры, поставь ее на штатив. Ага, спасибо, я буду тебе благодарен, мой друг. Пожалуйста. Дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на шоу «Испытание Васа Монтенегро». И в жопу испытания. И в жопу будет. Приветик. И добро пожаловать на мое шоу. Сегодня мы устроим первое испытание. Это будет сюрпризом для вас. Ну, пойдем. Что это? Что ты собираешься делать? Я стараюсь изобразить стоматолога. Это что, щипцы? Кристофер, я 5 лет на стоматолога учился. Открой рот. Не бойся. Вот так. Ребят, посмотрите. Крис, смотри! Вот это да! Крис, я как врач хочу тебя огорчить! У тебя кариес, мудак! Я знаю! Запомните, дети! Всегда чистите зубы! Посмотрите на это красивое море! А это не менее красивый Кристофер Минсплас! Вы не видите его голову, но поверьте мне, это он! Кристофер, скажите, как вы поживаете? Представляете, это не постановка! Это импровизация чистого вида! Кристофер! Сука! Он довольно часто подшучивает, говнюк эткий! Ты мою сигару намочил, хуй сос. Пускай теперь весь мир знает, какой ты охеренный актер. А я еще раз хочу вам напомнить, ребят, что поездки на мой остров никогда ничем хорошим не кончаются. И я хочу сказать вот что. Хотите приключений? Приезжайте на мой остров. Кристофер захотел приключений, и он приехал. Если у вас появилось желание приехать ко мне, милости просим.
О, твою мать! Что у тебя? Паук, это паук на моем носе! Фух, спасибо! Класс! Ты любишь высокое напряжение, Крис? В каком смысле? Напряжение высокое любишь? Говно! Черт, нет. Хорошо, верни паука мне на нос. Не надо мне тут током бить. Пожалуйста. Нет. Красный провод? Я не готов. Черный провод. Какой черный? Ладно, что ты хочешь? Чего ты хочешь? Хочешь, я отсосу тебе? Хочешь, я тебе отсосу? Ты можешь отсосать не хуй. Да, я отсосу твой хер. Да, не надо. Хером, значит, отсосил. Током, пожалуйста. Нет. Нет. Да, это настолько низко. Просить отсосать чей-то член, чтоб тебя не жахнули током. Вот это да. Крис, все нормально? Доброе утро, Крис. Ёб твою мать, проснись, Крис! Крис! Блядь! Крис, какого хрена ты меня разыгрываешь? Твою мать! Ты в курсе, что ты меня напугал, мудак? Ёбаный урод! Я, значит, ему аккумулятор принес, а он тут мне подыхать собрался, да? У нас с тобой еще как минимум 10 минут развлечений. Убей меня. Чё, тебе водички принести, бананчиков? И то. Ладно, погоди немного, сейчас приду. Ау! Эй, принесите мне этой долбанной воды. Он просит воды. Эй! Ладно, погоди чуть-чуть, будет тебе вода. Я не сдохнуть так могу. Ну-ка, не двигайся. Что там такое? Открой рот. Вода? Да, вода. Ну-ка, не двигайся. Полное спокойствие. Что это такое? Я хочу, чтобы ты успокоился. Какого хрена? Не разговаривай. Дай я надену эту штуку на тебя. Что ты делаешь? О, это что, пауки? Твою мать. Сука, убери их, они бегают по моей харе. Они не в рот могут забежать же. Доброе утро, Крис! Ты, наверное, хорошо поспал? Да, нормально. Ну, выглядишь ты как говно! Иди в жопу! Серьезно? Да, как говно. Ну-ка, вот тебе ведерко. Что ты хочешь сделать? Я сейчас вернусь. Что это? Бля! Крис, это не смешно, мудак. Крис, проснись. Крис, эй, хватит играть со мной в игрушки. Крис, Карлос, ну-ка поднеси сюда ведерочко с водой. Нет, не ведро с пауками, ведро с водой, быстро. Давай, просыпайся, сейчас будем тебя реанимировать еще. Давай, неси электрошок. Я уже не знаю, что с этим козлом делать. Мы его и перекопали сегодня. Один хрен, он не хочет с нами разговаривать, не улыбается, не двигается. Мы думали, на него так солнце влияет, но один хрен, даже вот в тенек перекопали. Мне кажется, ему требуются витамины. Вы ведь знаете, когда человеку витаминов не хватает, там вас мама сразу начинает кормить аскорбинками и прочей херней. Но я сразу прошу у всех прощения за то, что на нашем острове нет аскорбиновой кислоты, и витамины приходится добывать естественным путем. Крис, мы любим тебя. Извини, если что-то не так. Любить тебя будем всегда. Крис, открывай рот, будем пить витамины. Давай, как Малахов по телеку учил. Просыпайся, Крис.
Он ожил! Посмотрите! Да, это чудо творит моя моча! Прям какой-то живительный напиток! Ты урод! Какой же у тебя маленький хер! Твоя мамаша по-другому говорила вчера! Давай, членосос! Умывайся моей мочой, мразь! Зачем? Не надо! Как-то зачем? Мы думали, это солнышко его греет, он разговаривать не может. Оказывается, его надо было обоссать! Ссать в твой рот, долбанный! Я никогда так долго с утра не ссал, чувак. О, кажется, там есть еще. Ну-ка давай, за маму, за папу, за бабушку, за дедушку, сука. Ты знаешь, а я вот не задумался, я сейчас ссу на актера из Голливуда. Получается, я ссу на весь Голливуд. На, получай, долбанный Голливуд! Знаешь... Протеин. Протеин, он очень полезен. А, спасибо тебе. Спасибо. Протеин полезен для твоей мышечной массы. А в мясе протеина больше всего. Кушай. Кушай, маленький. Может быть, хочешь выпить вина? Да, вино. Вино фанагорийское. Отличное. Ого, мой бог, спасибо тебе большое. Ну-ка скажи, тебе нравится цветочек, который я для тебя сорвал? Это ты его сорвал? Да, знаешь, у меня есть маленькая грядочка, и там я выращиваю такие цветочки. Ну-ка давай еще миска. Немножечко, кусочек, давай вилочку в рот. Молодец, ты ведь хочешь вырасти большим мальчиком? Что это у тебя там? Я не знаю. Посмотри. Ты что, отравить меня собрался, что ли? Это трава, нет? Это трава? Да тихо тебе, дай посмотрю. О, кажется, я знаю, что это. Это пуля. Это пуля из ноги твоего напарника. Что? Петя? Да, это Петя. Ты скормил мне Петю? Ну, может быть, немножечко. Черт, теперь я людоед. Да ладно, мы все такие. Блин, я в жизни не ел человечную. Это же очень полезно. Так, зачем? Я не хотел. Чистый протеин. Петя, извини. Извини, Петя. Знаете, ребята, протеин. Он в человеческом мясе преобладает. Представляете, этот хрен только что захавал своего друга. Еще и блевать не собирается. До встречи. Знаете, большинство решило оставить Криса в живых. Я очень поражен таким выбором. Но, знаете, ребята, я не буду с вами спорить. Чего хотите, то и сделаю. Крис! Крис, эти пидики решили, чтобы ты остался в живых. Поэтому прямо сейчас я беру лопату и выкапаю тебя. Он, походу, опять прикалывается. Знаете, сколько раз он этого пытался сделать? Раз 7 минимум. Давай поднимайся, урод. Сделай приятное людям. Вон они там, в интернете их сидят. Крис? Крис? Эй, чувак. Крис, какого хрена? Эй! Давай, вставай! Крис! Крис! Крис, твою мать! Подъем, Крис! Эй, вас! Вас! Заткни свой рот! Вас, там 6 скайдайверов на остров приземлились! Правда? Да, серьезно, приземлились на остров, побежали. Ну какого хрена вы к нам приезжаете? Сколько можно предупреждать? Ладно, я за работу. Чуть было не забыл. Фильм для вас озвучил Илья Сапожник, поэтому обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. А ты, Крис, извини меня, тут ничего личного, это просто законы природы. Ты не хаваешь, значит ты сдыхаешь. А кто теперь тебе виноват, что ты не хавал? Не надо повторять чужих ошибок.